Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Империя бойцов». Мне только что сообщили, что Империя Грондо собирается вторгнуться в наше королевство. Не могу поверить, что они добрались так быстро. Выбрать иконку способности Джейфа. Так, нажмите, чтобы использовать этот навык. Ребята, это у нас идет обучение. Вау! Ха, смачно. Спасибо, тактик. Но на подходе еще несколько вражеских войск. Давайте отправимся на поле битвы и подготовимся к их приходу. Выбрать иконку Джейфа. Выбираем, ребята, переместить его сюда. Для защиты нам понадобятся башни. Да, ребята, это игра Tower Defense. Построить здесь казарму. Так, выбираем мечников, это ополченцы. Хорошо обученные ополченцы, они могут преграждать путь врагам и атаковать их. Давай, конечно, поставим. Как видите, наши солдаты находятся слишком далеко впереди. Нужно приказать им отойти назад, чтобы получить поддержку от других войск. Ага, это что вы имеете в виду? Так, выбрать иконку флага. Переместите солдат сюда. А, ну понял. Отличная работа, тактик. Теперь давайте построим башню магов. Маги могут наносить врагам значительный магический урон. Так, построить башню магов здесь. Окей. Так, ученик мага. Маг накапливает энергию и наносит магический удар по одному врагу. С удовольствием ставим. Теперь мы готовы. Давайте сражаться. Джейф, полностью тебя поддерживаю. Нажмите, чтобы увидеть приближающихся. Так, нажмите еще раз, чтобы начать. Ага, каких-то 10 у нас непонятных чувачков будет тут идти. А, вон они, мы с ними деремся там, видите, в деревне в этой. Так, Джеффом я могу управлять? Могу, могу, ребята. Куда побежал-то? Эй, куда ты побежал? Слушай, я не могу им управлять, ребята. Ага, все, ясно. Ну-ка, посмотрим, что это у нас такое. Это у нас вот такой удар. Ух! Также у него есть какой-то, ребят, ледяное копье. А, ледяное копье это вот, у второго героя. У нас, оказывается, два персонажа здесь. Ху-ху! Шикандосик. Так, следующую волну вызываем, ребята. Пускай она идет. А мы с вами подготовимся. Так, уже какие-то маги идут, я вижу. Вижу. Всего тут будет 5 волн. Приближаются маги армии Грондо. Как сообщает наш разведчик, они обладают высоким сопротивлением магии, но уязвимы для физических атак. Давайте построим башню лучников. Они хорошо справляются с этими магами. Хе-хе-хе. Обожаю тип таких игр, ребят, на самом деле. Так, лучники. Ну что там, не могу прочитать, ребята. Короче, закрыло нам все это. Так, а я могу улучшать? Нет, я пока, ребят, не могу улучшать. Джейф, пошел бы ты вот сюда обратно. Нет, ребят, я не могу им уже управлять. А может быть вот так надо им управлять? Да, ребят, нужно вот здесь выбирать его. И только после этого он становится под твой контроль. Ну, как видите, он всегда бежит в бой. Ну, ульта у него, конечно, божественная, тут не поспоришь. Ну, вот как-то немножко неудобно, что надо вот здесь вот выбирать. Почему я не могу его вот выбрать? Да нет, могу. Могу и здесь выбирать, а тогда не мог. Так, давай-ка мы вот так вот на опережение. Хе-хе. Наши враги изменили стратегию. Теперь они наступают группами. Так, призвать сюда каменного хранителя. Так, каменный хранитель. Большой голем бросает гигантские камни, которые наносят урон наземным боевым единицам. Угу. Там они в заморозке еще до сих пор. Слушай, а у нас герои-то отхиливаются потихонечку, и это круто. Но их тут много. Бум. Так, я, ребят, понимаю, что эта игра типа клона, вы знаете сами какой игры. Но все-таки есть какие-то отличия. В дальнейшем они должны быть, поверьте мне. Так, что на этот раз? Следующая волна бежит, да? Ну, у меня накопилась ульта, так что можно, в принципе, подождать, когда они все соберутся в кучу и бомбануть по ним. Враги идут волна за волной. Настало время призвать на помощь богов. А, выбрать иконку инвентаря. Выбрать иконку хранителя королевства. Призвать его сюда. О-о-о-о-о-о! Запомните, тактик, хоть они и сильны, но ангелы не могут оставаться слишком долго в человеческом мире. Понятно, короче, это временный, да, союзник у нас. Ну, он зато жарит там просто всех с одного удара. Смотри, дыч, припечатывает. Дыч. Так, ну он хорош, хорош, ребят, ничего не могу сказать. Причем вы видели, сколько их здесь на выбор?
Это у нас каменный. Там еще есть ледяной, огненный, хилищий. Ну, если, конечно, это боги. Но мне кажется, это боги. И какой-то взрывник. Так, давай следующую волну, пока у нас... Финальная волна здесь у нас. Это, опять же, ребят, повторю, обучение пока в данный момент идет. Так что, естественно, враги здесь будут ватные. Так. А мадемуазель вот эта наша замораживает врагов. Вот что я понял. Не только врагов, но и территорию, вот куда падает у нее стрела. Все, бог улетел. Ну что же, поджидаем этих охламонов. Я приготовлю сейчас ультушку. Так, приготовим ультушку. На-ка! Выкуси-ка. Куда ты побежал, Джейв? Джейв, стой на месте. Нет, вот ему не терпится, ребят, повоевать просто-напросто. Тут и эти ребята справятся. Да? Да, я думаю, справятся. Так. Самое удивительное, что, ребята, не было никакой предыстории. Вот у нас просто началась игра, вот именно вот с, вот где я сейчас играю. Так, ну что, победа. Виктори на 3 звезды. Продолжить. Конечно, продолжить. Так, события. День первый. Мне, ребята, 300 гемов дали, да? Хе-хе, спасибо большое. Вау, 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 это что такое? На 7-й день дадут какой-то кристалл? Разберемся, короче. Войдите в комнату героя, чтобы обновить своих героев. Выбрать вторую способность Джейфа. Так, нажмите тренировку. Понятно. Выбрать другого героя. Разблокировать героя. Это у нас Эрин. Подожди, а что тут у нее? Эрин пускает ледяную стрелу в целевую область. Стрела наносит 50, 100 и 150. А дальше тут уже по максималке атаки Арен. Магического урона и замораживает врагов на 5 секунд. Слушай, ну это круто. Да, я хочу разблокировать. Я также... Нет, я не могу вырвать вторую способность ей. Хотя мы можем повысить уровень за 200 гемов. Это интересненько уже, ребята. А тут что такое? Вау, руны. Мы можем облик ему поменять? Да ладно. Ага, это статистика. А тут-то что? Неужели мы можем его еще и экипировать? Шикарненько, ребята. Так. Первая миссия у нас пройдена. Что такое за карнавал? Что это за карнавал? Выгодное предложение. 59 рублей. Нет, спасибо. Так, вознаграждение за видео. Что тут у нас? А это что такое? Уведомление. Участвуйте там в боях. Когда вы зажигаете определенное количество фонарей, вы получаете бонусную награду. Какие-то фонари. Видимо, ребят, какие-то ивенты здесь проходят. А в магазине что? Рунные камни. 10 ключей. У меня есть, ребята, 10 ключей. Потратим? Потратим. Ёк-калымане. Мы получили с вами кучу рун. Вызов одной руны. Бесплатно. Тынь. Что нам выпало? Ну, естественно, самая-самая липовая, наверное, руна выпала на одну звездочку. Так, тут рудник кристаллов. Тут какие-то улучшения. Я даже просто не знаю, за что тут можно браться. Задание. Получить. Еще каких-то 30 самоцветов получили. Достижения. Тут целая куча. Ну, естественно, бесплатно вначале все, да. Потом уж дудки скажут: плати, парень. Рудник кристаллов. Текущий склад. Улучшить за 200. Собирать. Уровень VIP 1. А собирать что я могу? 10 собрал, да? Это, то есть, еще десятка через 10 часов только накопится. Угу. Запомним. Запомним мы это все, ребята. Ну что, давайте пойдем уже, наверное, на вторую миссию. Выбрать героев для битвы. Ну, конечно же, так и вот так. А мы можем... Этот герой еще не был разбрал... Давай, попробуем. А сколько он стоит? Сколько? Вау, Зелос. Крутой. Мирия. Хардин. Леон. Арендел. Луна. Эловин. И Тириос. Ну, слушай, ну героев тут хватает. Нормально, нормально. Ничего не могу сказать против. Слушай-ка, а мы же можем... Смотрите, ребята, что это за артефакт? А, это руна, точнее. Нормальная... Да что ты, нормальная атака получает 30% шанс нанести дополнительный чистый урон, равный...
6% брони врага. Это куда вот я могу, ребят, перенести? Надеть. Ага, вот оно как. Надеваем тогда, ребята. А это что? Урон. Естественно, все это надеваем, ребята. Нормальная атака получает 30% шанс. Да что ж так быстро-то? Так, парный набор. Ага, если у нас будут два таких одинаковых, да, то это будет в паре работать. Ну, давай последний оденем, да? И тогда нашей барышне тоже мы с вами оденем. Подожди, я это не хотел. Где герой? Герой, 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 герой. Мне нужно, ребята, надеть. Нормальная атака получает 30% шанс. Так, короче, опять парные наборы. Ребят, пока не буду я с этим сильно заморачиваться. Просто наденем. Видите, тут скорость атаки, все прописывается вот здесь. Здоровье плюс 10%. Отлично. В данный момент у меня пока два персонажа. Тут испытание героя даже есть. Этот режим доступен один раз в день. Начать. Давай посмотрим, что это за испытание именно для героя. А почему мне дали... Это гном. Frozen, so... Да ладно, ты хочешь сказать, что он будет у меня один? Нет? Нет, ребят, не один. Так, понятно. А, тут будут с двух сторон. Или с трех. С двух сторон. Отсюда, отсюда. Да я даже не удивлюсь, если я отсюда потом попрут. Так, давай-ка мы с вами будем хитренько поступать. Мне дали что-то слишком много денег. Наверное, тут будет жесть какая-то. Давай мы тогда вот так вот сделаем. Тут сюда каменного поставим, голема. И улучшить, наверное, я их могу. Могу, ребят, улучшить. Ух, смачно. Ну, радоваться-то, наверное, рановато, я думаю, да? Хе-хе, такие чувачки. Так. И все. У меня кончилось. Ребят, не удивляйтесь, если я здесь сфейлюсь. Потому что... Так, 8 волн у нас здесь будет. Можно ускорять, кстати, игру. Так, гномик, давай-ка мы, наверное, с тобой вот сюда встанем. Будем вот здесь вот, если что, контролировать их. Так. Пробивается, да, ребят, потихоньку? Потихоньку пробивается. Рыцари, вы вместо того, чтобы стояли бы, помогали бы лучше бы. А они стоят там, лыбу давят. Так, мы заработали немножко денежек, да? И я могу вот сюда тоже поставить мечников и улучшить. Так, это какая? Вторая волна из 8. Я не знаю просто, что мне будут давать за это испытание. И богов могу призвать. Каждого дают по 2. То есть они наверняка заканчиваются со временем, да? Ладно. Ну, пока мы, как видите, справляемся и без богов. Так что стоит... Я так и думал, ребята, что будет обманка. Я так и думал, что они пойдут вот отсюда. Давайте вызовем лучников на помощь. Это мой грифон? Грифон-то откуда там? Эй! Не-не-не-не-не, так дело не пойдет, парень. Да куда ты? Гном, блин! Ой, олух, а. Давай каменного голема поставим сюда. И мага. Улучшить не могу пока. Пока не могу улучшить. Так, следующая волна. Значит, тут уже не идут вот отсюда, да? А идут вот с этих сторон. Поэтому в наших интересах, ребята, улучшить как можно быстрее. Оп. Ты понял? Да ну! Что ж такое-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Потому что мы, ребят, с вами так проиграем. Надо, по идее, прокачать бы. Слушай, грифон, по идее, появляется раз в какое-то определенное количество времени и утаскивает одного из... Ханориков, вот он сидит на горе, ждет. Так, и у нас, ребята, пятая волна. Пятая волна, наверное, надо нам то ли мага улучшить. Давай мага, наверное, улучшим, да? Улучшаем мага. Гнома я все-таки, наверное, вот сюда поставлю. Пока у него один скилл, как мы видим, да? Это землетрясение, судя по всему. Так, следующую волну сразу вызываем. Но в любом случае мы уже не получим, наверное, 3 звезды, потому что пару врагов прошло у нас через портал. Я это прекрасно видел. Это было, как говорится, предсказуемо, но нежданно. Ох, так. Кого? Давай вот так вот сделаем. Ух ты, смотри, они какие стали мечниками у нас. А эти стоят, олухи, лыбятся. Улучшайтесь давайте.
Следующая волна. Теперь три волны будет. То есть со всех сторон попрут. Я же видел, что отсюда тоже должны идти. Чего они меня обманывают? Так, надо, надо, ребята. Так, мы здесь вот этих, да, сделали. Надо нам, наверное, вот это вот, я так понимаю, ассасины, убийцы, судя по всему. Так, проверим. Тампли... Да, тамплиеры-убийцы, вызываем. Ух! Отлично. Воу, да они круто шинкуют врагов. Ребята, последняя финальная волна, я надеюсь, без босса. Ну, давай, 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 чикаем, чикаем. Слушай, а вот эти чурки крутые. Очень крутые, мне нравится. Опа-на. Паладин восстанавливает себе 150 единиц здоровья. Давай. А вот это что? Паладин получает благословение богини, что увеличивает на некоторое время его броню и сопротивление магии на 30 единиц. Отлично. Сделаем. Так, что-то волна какая-то бесконечная, да, по-моему? Давай-ка вот этих вот... А вот этих мы вот так вот сделаем еще. Ух, копеечков каких-то. Смотри-ка, три звезды мне дали, ребят. Ух, 24 гема. И еще соточку сверху. Так, день первый. Армагеддон. Две штучки. Хм. А мне нравится, ребята. Я вам серьезно говорю, мне нравится. Так, ну что, давайте теперь посмотрим. Контратака. Битва за Эндию завершилась, но принц Джейф уверен, что это еще не конец. Он спешит... Битва за Эндию завершилась, но принц Джейф уверен, что это еще не конец. Он не спешит праздновать победу, а приказывает своим войскам преследовать останки армии Гронда, чтобы выяснить их следующий шаг. То есть есть режим легкий, кошмар и ад. Естественно, нам доступен пока только легкий. Слушай, ребят, не знаю, пишите в комментариях свое мнение по поводу этой игры. Если вам зайдет и понравится, будем ее проходить. Так, доступны новые башни. Башни второго уровня разблокированы. Спасибо большое. Так, у нас тут две дорожки. Две дорожки. А, погоди, а где мои герои? Где? Да ладно, вы хотите сказать, что этот... А, ну он же разведчиков отправил, понял. Все, я понял. Окей. Tower Defense, это, ребята, мой любимый жанр, вот серьезно вам говорю. Так, все пока, да, в данный момент. Ать, я забыл вызвать. Ага, хватило. Давай-ка мы вот, вот сюда вас поставим. Ну что? Я не увидел вот эту, ребята. Вот здесь еще волна будет, господи. Вот тут я могу сфейлиться. А хотя, что фейлиться-то? Тут все равно не так уж и много можно было поставить, да, построек? Так, я немножко ускорюсь. А, так эта башня тоже, смотри, стреляет. Ага, ну это круто. Это тогда, ребята, круто. Вот так мы сделаем. С вашего позволения я на ускорение нажал, да? Чтобы это хоть как-то немножко быстрее двигалось. Так, отличненько. Наверное, нам надо будет улучшить... Так, ты смотри... Смотри, что делает, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, братки, подбежали и наваляли им. Или голема улучшит. Нет, все-таки лучше мечников. Блин, на самом деле я немножко удивлен, что мне не дали героя. Ни одного. Без него мне будет, наверное, здесь сложно. Но... Эй-эй-эй-эй. Так, надо, наверное, мага следующим улучшать. Слушай, ты посмотри, какой, а? Вознюка там, настырный. Давай-ка, наверное, вот этих еще все-таки улучшим. Они сдерживают, ребята, войско, да? Для чего они вообще предназначены, вот эти вот юниты? Чтобы брать на себя атаку. Тихо! Куда? А ну-ка давай, ребятушки, наваляем им здесь. А то они побежали, уже разогнались. Ну слушай, они довольно быстро респаунятся, так что... Вообще без проблем все будет у нас. Надо магов, наверное, еще прокачать маленечко, мне кажется. В них вся сила. Вот этого качнем. Отлично. Там вообще заварушка не детская, смотри. И лучников, по идее, надо бы. Вот этих вот, да? Да, вот этих вот, наверное, мы с вами проапаем. 150 подождем энергии, монет точнее, да? 150. Эть, это маги, ребята. Давай сюда вот. Валяй, валяй, валяй их. Отлично. Ну сколько? Во, улучшаем.
Слушайте, но здесь будут боссы. Я по картинкам, ребята, видел. Тут будут боссы, какие-то тролли гигантские. Еще там кто-то. Драконы какие-то. Так что это пока у нас тут обучение. И вы видели там карту? Карта-то там нехилая. Последняя волна. Так, голем, наверное. Вот голем самый дорогой, да? В улучшении, до второй стадии. Можно, кстати, вот здесь вот лучничков нам установить. Для контроля. Так, секунду. Воу-воу-воу, сколько там магов, ребята, идет. Сколько там идет магов. Давай колбасим их, ребята, колбасим. Отлично. Зашинковали их просто-напросто. Ну, все? Да, ребят, победа. На 3 звезды. Шикандос. А почему-то мне гемов не дали. А почему не дали гемы-то, эй? Родные мои, вы что-то попутали. Гемчики я почему-то не заработал. А что это у нас такое? Не понял. Лес. А это что? Ой, елки-палки, это что такое? Думгейт. Это какой-то новый режим, что ли? Я не могу понять. Или что это такое, а? Какое-то королевство, да? Явно. Пока мы с вами бродим в лесу, судя по всему. Подарок Арен. Нет, спасибо. Ого, что там? За 200 рублей ты получаешь. Ух, не кисло и недорого, я думаю, да? Ну, пока мы, ребят, с вами так справляемся. Задание. О, получаем. Обожаю получать всякие плюшки. Так, улучшение. А-а-а, вот оно что. Увеличивает урон башен лучников на 10%. Угу. Увеличивает максимальное здоровье каждого солдата на 15%. Так, максимальный уровень здоровья героев увеличится на 15 единиц за каждый достигнутый уровень. Увеличивает скорость атаки магов на 15%. Блин, елки-ты-палки, что я не понял? Это первая стадия, это вторая. Да ладно, вы что, серьезно что ли? Тут такая глобальная прокачка? Елки-ты-палки, ты прикинь? Тут вот это вот обычное, да? Это у нас, я так понимаю, прокачиваются боги. Так ты посмотри, тут еще эпик прокачка есть. У-ху-ху-ху. Ребят, если мы в нее будем играть, это будет долго, но интересно. Я в первый раз вижу, что была глобальная прокачка. Обычно вот есть вот одно древо и все. А тут смотри, еще тебе. Еще и боги прокачиваются отдельно. Офигеть. Тогда начнем мы с лучников. Улучшили. Так, у нас 5 звездочек, одну потратили мы с вами. Так, а здесь что у нас? Увеличивать дальность, конечно, улучшим дальность. Так, у голема. Увеличивает базовый урон каждого голема на 10%. Да, улучшаем. А что это такое? Каждая обычная атака голема наносит бонусный магический урон, равный 5% текущего уровня здоровья цели. Ух, так, у меня 2 очка еще осталось. Тут нужно 3. Угу. Ну, давай тогда магу еще улучшим. Ну и вот это вот. Все, потратили все, ребята, очки с вами. Можно в любой момент, я так понимаю, сбросить и переставить. Так, 20 гемов еще забрали. Ну что, пойдемте на 3 уровень. От одного из пленных солдат армии Гронда принц Джейф узнал, что их император собирается атаковать эльфов. Он хочет украсть силу Древа Жизни и с ее помощью уничтожить все остальные расы, чтобы стать властелином Иории. Войско Энди без промедления выпустили... От одного из пленных солдат армии Гранда принц Джейф узнал, что их император собирается атаковать эльфов. Он хочет украсть силу Древа Жизни и с ее помощью уничтожить все остальные расы, чтобы стать властелином Иории. Войска Энди без промедления выступили в лесу Вундлинд, где столкнулись с армией шпионов Гронда. Вот так вот. Так, вот, ребята, почему я, видимо, тогда пошел без героев, потому что я не успел нажать. Точнее, забыл даже, скажем так. Башни 3 уровня, ребята, разблокированы. Ага, а вот эта территория мне знакома. Мы, кстати, здесь испытания героев проходили, да? Так, давай-ка мы сюда так поставим. С трех сторон пойдут эти ребятулечки. Так что давайте, наверное, вот сюда мы поставим мечников. Да? На прикрытие вот этих двух дорожек. А уже сюда будем ставить такие вот войска.
Так, там маги, точнее, тут маги, тут лучники. Вот сюда, наверное, мы влепим големчика. Сюда, я не знаю. Давай вот сюда вот лучников, а сюда, вот сюда вот магов. Вот таким вот макаром, ребята, я расставил наших юнитов. Поехали. Поехали. Так, не забываем, что у нас здесь магическая стрела есть. Эй-эй-эй-эй-эй, радость. Ты вот здесь будешь стоять. Так, ускорение, ребята, врубим. Ну, чтобы быстрее все это было дело. Потому что мы знаем, если будет что-то сложненькое, сразу переключимся на первую, да, скорость. Пока все у нас под контролем. Нам надо улучшать, конечно же, в первую очередь. Оп, мне нравится, как этот грифон делает. Ну, так, улучшили маленечко, да, с вами. Но тут маги. Ну, в принципе, ребята, бомбят, конечно. Но я думал, что они будут поэффективнее. Хоть мы их немножко и прокачали. Как только будет жарко, естественно, будем применять свои супер-навыки. Ага, у меня Армагеддон. Ребят, по-моему, бог здесь один. А вот это все остальное, это уже Армагеддон, заморозка, ну, хилка и, не знаю, бомба какая-то, мина. А дух только один. Бог. Так, давай-ка, наверное. А я не могу, что ли, больше прокачать? Вроде же говорили в три стадии. А мы, по-моему, только до второй прокачиваемся. Хм, странно. Ладно, сгодится и так. Еще здесь прокачаемся маленечко. Давай-ка мы, наверное, вот так, хоп. Шикарно. Ну и у нашего Джейфа, это принц Энди, есть супер атака. Так, вот сюда. Да куда ты побежал-то, господи? Я хотел сюда поставить кого? Давай голема влепим. Окей. Оби. Стрела готова. На-ка. Блин, вот это классно, что грифончик помогает, да? Какая-то вот нам стихия божественная помогает. Духи леса. Всякие животные. Это классно, это всегда приятно. Эй! Ничего себе, это... Они уже, смотри-ка, потихонечку как-то пробивают нас. Это мне не нравится абсолютно. Так, давай, следующая волна пошла. Вот этого мага, наверное, нужно прокачать. Он самый первый тут на атаке стоит. Так, стрелу. На-ка. Выкуси. А вот эти гоблины очень быстрые. Я смотрю, очень быстрые. Оп, утащила. Молодец, красава. Так, разобрались. Следующую, ребят, сразу же волну. Как говорится, на горяченькую. Мак, улучшайся. Так, 200, да, следующее улучшение стоит. Ну, големы бомбят, кстати, не по одному юниту, а именно по куче. То есть их там стоит трое. Вот он троих и бомбит сразу же одним выстрелом. Ага. А моя барышня еще помимо того, что стрелу выпускает, так она еще может и просто стрелять из лука. Это тоже плюс для нас. Сколько тут волн? Последняя волна, ребят. Последняя волна. Кстати, мы можем голема улучшить. Вау. Такой псих. Нормуль. Так, бомбим. Пока все под контролем. Я так понимаю, босса здесь не будет. Иначе бы он уже давно появился. Он обычно одним из первых выходит, да, и продвигается. А там уже вместе с ним всякая мелочь бегает. Но здесь ему ничего не светит, потому что мы круты. Мы, ребята, круты. Да. Ну, не стоит забывать, что это только начало игры. Естественно, здесь все будет попроще. 3 звездочки. Ну, неужели? 20 гемов. Можно посмотреть рекламу, будешь получать еще 20 гемов. Вот так вот. Турнир открыт, тактик. Нажмите кнопку «Турнир», чтобы принять участие. Так, нажмите кнопку, чтобы перейти в турнир. Сначала вам нужно авторизироваться в Google Play Games. Давай сделаем. Ну что, ребята, я назвался Рэй Моррисон, как обычно. И что здесь такое? Начать. Бронза. Ну давай попробуем, что это такое вообще. Погоди-ка.
Кажется, предыдущее поражение не заставило Артанеаса сдаться. Этот монстр по-прежнему ведет своих сыновей в атаку на нас. Мой господин, если мы хотим продолжить наш путь, необходимо устранить эту угрозу. Возмездие Артанеаса. Ну что, давайте, ребят, посмотрим, что это вообще такое. Что это за турнир? Я думал, мы будем друг против друга. Ой-ой-ой. Так, погоди-ка. Вот это, да? Вот до сюда они должны дойти. Судя по всему, да. И вот это вот мне не нравится. Тут еще паутинка. Давай-ка мы, наверное, наших героев поставим вот сюда, вот поближе. Вот так вот это все будет выглядеть. И я даже не знаю, что нам. Давай лучников сюда поставим. Тут, наверное, вот так. Лучники, лучники. Так, давай сюда еще солдат поставим. Сюда, наверное, голема каменного. Сюда мага. Сюда лучников. Оу, а денег-то сколько дали? То есть, наверное, тут копить мы с вами не сможем, да? Или тут слишком жестко будет? Фурендия. Так. Почему-то этот закрыт у меня. Драгуны. Давай ассасинов вот этих вот сделаем с вами. Так. Улучшаем также до третьей фазы. И делаем уже здесь вот этих вот паладинов. Так. Голем. Мага прокачаем, ребят, с вами. Абракадабра. Так, а это что такое у нас? Огненный маг использует силу огня. С ее помощью наносит врагам массированный урон. Лучший из волшебников. А этот... Зилоты, мистические волшебники, которые могут управлять временем и пространством. Задачили меня прям, елки-палки. Не знаю, ребята. Так, это что такое? Стражи рассвета. Лучники рассвета обладают высокой силой атаки и наносят массивный урон врагам. Сумеречные лучники могут увеличивать силу ближайших башен и усыплять врагов. Черт его знает. Давай вот так, наверное, сделаем. Ну что, ребята, посмотрим. В конце концов, что тут за... Опа! Наездник Варга. Орские воины высокого ранга. Имея выдающуюся скорость и силу, они кажутся непобедимыми на поле боя. Так, высокий урон, высокая вносливость, хорошая скорость передвижения. А это-то кто? Орк. Человекоподобные существа, обладающие большой силой. Они еще сильнее, когда их кожа становится красной. То есть, берсеркерами, да, когда становятся? Ой-ой-ой. Ну, посмотрим, паладинчики, как вы. Эй, дурики! В атаку! Так, подожди, что-то мне не нравится, ребят. Давай, вот так. Угу, они могут сюда пройти. Блин! Да ладно тебе! Черт подери! Эй! Ребята, это жесть какая-то. Ты видел? А как тут, как там проходить это испытание? Я пока там соображал. Ты видел, сколько там магов, сколько там всего понавыходило? Может быть, просто у меня герои еще слабенькие. В общем, ребята, это пока испытание, это для меня жесть. Турнир, точнее. Повременим маленечко, да, я думаю, с этим делом. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом мы с вами закруглимся. Вроде игруха неплохая. Конечно, я понимаю, что она клон, и вы знаете прекрасно, какой игры. Но я думаю, что, может быть, здесь все-таки будет немножко другая история. Надеюсь в это. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.